чемпион по технике бега, вроде бы это Евгений Башко. Да, все говорят, что это Евгений Башко сегодня становится. Ну, не будем говорить раньше. Когда он подбежит к финишной линии. 341 номер. Похлопали, Евгений Башко. Рекордсмен Харьковской области в марафоне. 2:13:13. Его результат в Далласе. Америка. Женя, вперед, Женя! Евгений Башко, хлопаем, чемпион на дистанции 10 километров. Женя, молодец, поздравляем. Его результат 33 минуты 45 секунд. Да, Йохан был прав. 33:45. Итак, чемпион на первой дистанции, на дистанции 10 километров. У нас уже есть Евгений Башко. Напоминаю всем, что это рекордсмен Харьковской области. Его рекорд на классическом марафоне 42 километра 195 метров. 2 часа 13 минут 13 секунд, которые он показал в 2003 году в Далласе, Америка. И второй спортсмен приближается к финишу, по-моему, это Шепелев Владимир. Да. Четыреста восьмидесятый номер. Шепелев. Время. 35:16. Макс. 35:33. Максим Сушков. Максим Сушков, марафонский клуб Харьков. Андрей Серлев, марафон клуб Харьков, вперед! Догоняй, Андрей, чуть-чуть осталось. Давай. Но, тем не менее, 326 номер. 326 Борис Кузин, марафон Харьков, Украина, МК Харьков. Андрей Серлев, 392 номер, марафон клуб Харьков. Триста восемьдесят шестой номер. Денис Винников, извините, Андрей Иванченко. Марафон клуб Харьков, вперед, ребята. Первая девочка на дистанции 10 километров. Эмилия. Номер 306. 38:11. Юрий. 337. Душко Ксения. Марафон клуб Харьков. Кто-то упал. Средний мобиль. Ирина Шульженко. Клуб любителей бега «Родник». 456 номер. Ира, молодец. 371. Клименко Ирина. Я Корсун. Я не смогу.
Нет, нет, посмотри, никой не летает. Да нет, нет. Триста восемьдесят седьмой номер, Ирочка, финишируй, да, да, хлопаем. 383-й финиширует на дистанции 10 километров. Мини-баев оказался. Мини-баев на шатыря ему побольше, мини-баеву. 461-й. Шила Валентин, клуб любителей бега «Родник». Так, ну тут целая 398, 496, 352. Очень бурный финиш, молодцы, 353. 353, Гончаренко Михаил. На награждение приглашаются абсолютные победители, призеры на дистанции 10 километров в район велодома. А ветераны... Внимание!